Следующая песня замечательна во многих отношениях. Но, во-первых, это, наверное, первая песня, которая из песен нашего века, которая такое большое внимание ей было уделено средствами массовой информации. Она зазвучала по радио, по телевидению. Более того, эта песня оказалась песней не только нашего века, но и ихнего, потому что эта песня была посланцем таким бардовской ноты «За железным занавесом». Эту песню исполнил один известный французский эстрадный оркестр. Я думаю, многие догадались, что речь идет о песне на стихи Александра Величанского под музыку Вивальди. А музыку к этой песне написали Виктор Берковский и Сергей Никитин, под дружественным гнетом художественного руководства которых мы счастливо здесь на этой сцене стояли. И дети на руках. И стало нам так ясно, так ясно, так ясно, что на дворе не насно, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы, когда-нибудь Бог даст. И только ты молчала, 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 и головой качала любви печальный в такт. А после говорила, поставьте все сначала, мы все начнем сначала, любимый мой. И так под музыку Вивальди, 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 под музыку Вивальди, под славный клавесин, под скрипок переливы, под завывание вьюги, условимся друг друга любить, что было сил.